И всем привет, мои дорогие друзья, меня зовут Максим, это игровой канал Bad Cat Show, и мы с вами снова беремся за старое, мы с вами снова беремся за создание сервака в Days, но в этот раз будет не два видоса, будет полностью целая серия видосов, я думаю, штучек 10-20, как полностью сделать готовый продукт. В общем, я когда-то это забросил, сейчас буду начинать это все по новой, естественно, подзабылось, но пересмотрел старый видос, так сказать, быстренько все вспомнил. Набралось довольно-таки неплохо просмотров и у людей, ну, очень-очень много вопросов, поэтому будем пытаться вместе, ну, собственно, как-то с помощью моих видосиков разбираться во всем этом деле. Так, ребят, что нужно? Вам нужно, чтобы у вас была приобретена в Steam версия Days. Дальше. Если вот тут вот, где все, вы нажмете инструменты, у вас вылезет куча всякого разнообразного, вам нужен Days сервер. Days сервер, нажимаем установить. Так, выбираем папку. Главное, чтобы в названии папок не было русских символов, русских слов. Нажимаем далее. Вот, идет загрузка. В принципе, я когда-то уже этот видос показывал, но так как будет серия видосов, и мы будем с вами делать все с самого-самого начала, разберемся. У некоторых людей не работала админ-панель, некоторые люди не смогли друзей своих позвать. Обо всем об этом поговорим, ну, поподробнее, так по порядочку будем идти, будем накидывать новые моды. И, в принципе, уже через какое-то время, я думаю, что у нас будет, ну, какой-то готовый продукт. Ребят, естественно, попрошу поставить ваши лайки, комментарии, подписаться на канал, потому что, ну, информации, в принципе, на Ютубе довольно-таки много, но довольно-таки сложно все это собрать до кучи, потому что там у одного ютубера можно посмотреть одно, у второго третье, у четвертого там четвертое, и для того, чтобы сделать, ну, что-то единое, вам нужно просто впитать в себя какую-то кучу, какое-то колоссальное количество информации, чтобы дойти до какого-то готового продукта. Я же попытаюсь максимально кратко, максимально четко вам все показать и сделать. Вот. И, в принципе, если вы будете смотреть, ну, естественно, видос без перемотки, будете делать шаг за шагом, то у вас получится, ну, в большинстве, я думаю, в процентов 80 все получится так же, как и у меня. Потому что у каждого свое железо, у каждого свой интернет, и, естественно, нюансы будут. Такс, Days сервер у нас установился. Дальше нажимаем правой клавишей мышки на него. Просмотреть локальные файлы. Это для того, чтобы найти папку, где находится сервак. Такс. Где у нас находится сервак? Смотрите, у нас есть папка Days сервер. И у нас есть папка Days. Вот. Нам нужно открыть в новой папке, в новом окошке, папочку с названием Days. Такс. Текс. Сейчас немножко их сожмем. Да боже. Отлично. Я на самом деле сейчас переустановил, но у меня почему-то все осталось по-старому. Я сейчас почищу за собой. Текс. Текс. Ключи. Текс. Создаем текстовый документик. Назовем его старт. Точка уже стоит. И txt нужно сменить на надпись bat. То есть это батник. Ребят, для того, чтобы хорошо пользоваться, ну, текстом, Notepad++ себе поставьте. И, в принципе, ну, это будет крайне удобно. Открываем наш батник с помощью Notepad. И, как вы видите, ну, у нас здесь ничего нет. Я поэтому открыл свой старый видос. И у меня здесь есть текст, который нужно ставить в этот батник. Естественно, под этим видосом в комментарии я тоже добавлю. Берем текст, вставляем сюда. Что мы видим? Мы можем изменить название сервера. Так, давай я сделаю вот так. Баткат шоу. Вернее, подчеркивание. Тест. Вы, естественно, ну, как-то по-своему назовите. Дальше у нас идет расположение папки с серваком. Ну, путь. Потом количество процессоров. Ну, допустим, пускай я поставлю 4. И, в принципе, все. Сохраняем. Закрываем. Дальше что нам нужно сделать? Нам нужно зайти в папочку сервер DZCFG. Открываем также. Так, ребят, что это у нас такое? Что у нас это за папочка? Тут
у меня осталась старая информация. Ну, я просто подчистил за собой, но не все. Ребят, здесь у нас, собственно, непосредственно настройка нашего сервака. Первая строчка hostname — это то, как сервак ваш будет называться. Дублируем так же, как и в предыдущем файле. Пароль — это для входа на сервер. Если вы хотите, чтобы к вам, ну, никто не зашел без пароля, в принципе, можете поставить сюда какой-то свой пароль и своим друзьям там его сказать. Дальше. Пароль админа. Это для того, чтобы использовать админку, которую мы попозже поставим. В принципе, ну, можете свой рандомный парольчик сюда поставить, только не забудьте. Ну, в принципе, здесь всегда можно будет подсмотреть, скопировать. Включить whitelist. Whitelist. 0 — это не нужно включать. Если нажмете, напишите здесь единичку, то вам нужно будет прописывать ID 64 игроков вручную. То есть, по сути, это будет некий permission игрокам заходить на ваш сервак. Не знаю, мне кажется, это, ну, довольно-таки не то что геморрой, но это все долго. Поэтому проще, если вы хотите, чтобы играли определенные люди, какой-то узкий круг лиц, то проще сделать это все по паролю. Максимальное количество игроков на сервере, ну, пускай пока будет 5. Так, что нам еще нужно? В принципе, качество, получается, звука, ну, то есть качество микрофонов игроков, включить прицел, включить вид от третьего лица, нолики включено, единица выключена. Потом скоротечность дня и ночи, получается, за один за один настоящий час будет в игре проходить 12 часов. Ну и в принципе, все, сохраняем. Отличненько, с этим тоже мы с вами разобрались. В принципе, сейчас можно запустить батник, посмотреть, будет ли у нас что-то происходить. Вот, и должна, собственно, ну, начаться подгрузка недостающих файлов в нашу папку Days Server. Так, вот она, видите, пошел у нас процесс. Это уже идет, ну, собственно, подготовка сервака к тому, чтобы он начал работать. Сейчас нужно подождать какое-то время, чтобы это все прогналось. Вот, видите, создан выделенный сервер, ну и все в этом роде. А, уже все запустилось, наверное, или нет? А, нет. Все, ожидаем тогда. Немножечко еще. И также нам нужно... Все, пошла прогрузка, да, ребят, обязательно дождитесь до конца, потому что, ну, можно прям с самого начала что-то сломать. Так, ни хрена там прогружается. Нехило тогда. Я говорю, я раньше занимался этим довольно-таки потно, но в сентябре вроде это было месяц. Подзабыл. Загрузка завершена. Отлично. Дальше что мы делаем? Мы можем с вами открыть Sundays. Скажу сразу, моды нужно повыключать, чтобы у вас не было включенных модов. Дальше, как зайти на свой сервак? Прямое соединение, здесь пишем localhost. Пока что на данном этапе это localhost. Написали, подключиться. Текст. И у вас уже идет загрузка на тот сервер, который вы поставили к себе на ком. То есть вот эту вот папочку мы сейчас создали, да и сервер скачали. Сейчас у вас сервак будет стоять на компе, но пока что на данном этапе на нем сможете играть только вы. Потом уже попозже, когда мы пооткрываем с вами порта, также ваши друзья смогут к вам присоединяться. И преимущество этого сервера в чем? Преимущество в том, что вам нужно, чтобы у вас был открыт просто батник. Ну и там второй файлик, который открывается вместе с батником. И все, ваш сервак по сути будет находиться онлайн. Вам не нужно будет арендовать какое-то железо. Тем более, если вы сервер делаете, ну, для себя и друзей. Вы, к примеру, ну, не можете поиграть. А ребята, например, ваши друзья хотят поиграть. Вы просто оставляете включенный компьютер. И все. И они играют на вашем сервере. И не так это сделано, как в других играх. Что ты там отходишь там метров на 500 и все. И тебя телепортируют, по сути, к хосту. Нет. Тут такого нету. И это огромнейший плюс Дейзу. Все, ребят, ждем прогрузочку. Добавим сегодня еще два мода. CF, Community Framework. И, в принципе, Vanilla плюс Map, как я делал это в предыдущие разы. Ну, я уже повторюсь, что нам нужно с чего-то начинать. И когда мы начнем, то, ух, как вверх взлетим, да? Окей. Прогрузка сейчас довольно-таки долгая, потому что у меня... Игра стоит не на SSD, а на обычном диске. Вот, поэтому ожидаем. Так, прогрузочка прошла успешно.
И, в принципе, мы находимся уже на своем локальном сервере. Так, вид от третьего лица работает. Все у нас работает. Карта на клавишу M не работает. Отлично, можно выходить. Выйти. Так, с игры тоже выходим. Шикарно у нас все с вами, блин, прям пошло. Теперь в серверах последних мы можем, собственно, увидеть, что появился такой сервер. А, кстати, у меня порта открыты. То есть это сервер уже на локальный и тот сервер, на который уже может зайти любой человек. Отлично. Закрываем наши батники. Дальше, ребят, что нам нужно? Нам нужно создать, получается, во-первых, папку Profiles. Так и пишем. Так, давай с маленьких. Profiles. Ага, она у меня уже есть. Ну, собственно, вы создаете папку Profiles. Вот она вот так вот выглядит. Удалить. Вот, вот такую папочку вам нужно создать. Отлично, создали, да? Дальше. Заходим в Steam. Центр сообщества. Мастерская. Качаем сразу два мода, если у вас их нету. CF. Community Framework. Заходим на него и нажимаем, ну, подписаться. Ждете, пока скачается. А также Vanilla плюс Map. Так. Vanilla. Без пробела, помню. Плюс. It's all about humanity. Так, 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 так. Давайте не так, я сейчас покажу, как она называется, потому что у меня она должна быть в вашей подписке. У меня должна быть Vanilla плюс Map. Я сейчас вам покажу, как она точно называется. Текс. Это все моды, с которыми я работал. Вот, смотрите, как называется мод. Vanilla плюс Map. Ну, с большой буквы надо было просто написать ее. Также на нее подписываемся. Заходим и, ну, подписаться. Отлично. Когда вы это сделали, мы с вами нажимаем на Days, управление, просмотреть локальные файлы. Вот, и вас закинет, в принципе, вот сюда. Дальше, заходим в Days. Workshop. Ищем Community Framework. Нажимаем копировать, не вырезать, обязательно копировать, потому что у вас и тут должна быть одинаковая папка. Вставляем Community Framework и тоже делаем с Vanilla плюс Map. Ищем, вот она, Vanilla плюс Map. Копируем и вставляем. Отличненько, вот мы добавили два мода. Дальше что мы делаем? Заходим в CF, Case, копируем ключ. Нажимаем копировать, не вырезать, копировать. Выходим немножко назад и в папочку кейс его закидываем. Как видите, тут он у меня уже есть. И тоже делаем самое с Vanilla плюс Map. Заходим в папочку кейс, копируем ключ, вставляем в папочку кейс. Шикарно. Дальше что мы делаем, ребят? Мы берем, копируем название, копировать, и нажимаем на наш батник. Запустить с нотпадом плюс. Потом здесь ставим скобки. В скобках пишем минус мод равно, вставляем название, Ctrl V, почему-то не скопировалось. Так, да боже, переименовать, копировать, Ctrl V. Следующий мод через точку с запятой, также делаем и с ванилой. Переименовать, копировать, заходим сюда, закидываем сюда ванилу, сохраняем. Потом что делаем, ребят? Нам надо еще на Profiles путь вставить. Вот слово Profiles, видите, выше. Копируем, ставим пробел, открываем скобочки. Так, где они, боже? Скобочки, в скобочках пишем Profiles. Нам нужно вставить путь к папке Profiles. Как это делается? Открываем папку Profiles, сверху нажимаем, вот копируем вот эту вот штуку. Возвращаемся обратно сюда, вставляем текст. Хорошо.
Дальше ставим пробел. Ищем здесь слово bipatch. Также копируем его. Текст. Открываем скобочки. Закидываем сюда слово bipatch. Это античит. И здесь badlay. Также копируем путь к нему. Копировать. Заходим сюда. И вставляем. Шикарненько. Сохраняем. Текст. Возвращаемся обратно, запускаем наш батник. Старт-бат. Текс. Сейчас у нас начнется прогрузочка. Дальше можем также зайти сюда в Days. Нужно зайти во вкладку моды. И нам нужно добавить Community Framework и Vanilla++. У вас, возможно, будет немножко по-другому. Дождитесь, пока скачается Vanilla++ Map. Тоже. Все, я их включил. Серверы. Обновляем, смотрим, включился сервак или нет. Вот, Batcat Show Test. Давайте пока через localhost до всего дойдем по порядку. Localhost. Чтобы первый раз зайти, пишем localhost и подключиться. Все, ждем, когда залетим на сервак. Так, идет прогрузочка, шикарно. В принципе, сейчас у нас должна работать только карта. В предыдущем выпуске я сразу поставил Vanilla++ Map, но для того, чтобы работала карта, нужен еще один мод, который, ну, по сути, добавляет какие-то правки и дает permission Vanilla++ Map работать. Это Community Framework, потому что тут будут у нас моды, в которых будет зависимость от других модов. И, в принципе, нужно их ставить будет только, ну, все нужно поставить моды. Там некоторый список, чтобы работал какой-то там, к примеру, мод. Да, есть, по сути, геморройные моменты, но когда ты с этим разберешься, это становится довольно-таки, ну, легко и просто. Сейчас на клавишу M у нас должна появиться карта. Довольно-таки маленький, но крайне-крайне полезный мод. Идем прогрузочку. Так, прогрузка прошла успешно. Нажимаем клавишу M английскую. Вуаля. У нас появилась с вами карта. Ребят, в принципе, я думаю, на этом сегодняшний выпуск можно закончить. У нас с вами все работает. В принципе, можно выходить из Дейза. Опять мое в принципе, да. Но я работаю над собой. Вот. Давайте подведем некий краткий итог. Что мы делаем? Мы качаем Дейз. Мы качаем Дейз сервер. Дальше. Управление. Просмотреть локальные файлы. Текст. Можно все пока что закрывать. Создаем батник. В батник вставляем информацию, которая у меня в комментариях. Потом в сервере CFG выставляем под себя настройки. Создаем папку Profiles. Скидываем сюда моды, которые находятся у нас в воркшопе. С модов берем ключи, закидываем в папку Case. Настраиваем батник полностью. И в принципе все. Сервак работает и... У нас появляется первый мод Vanilla++ Map. Досмотрели до конца, ребят, обязательно поставьте лайки, подпишитесь на канал, напишите ваши комменты. И уже в следующем выпуске мы с вами поработаем над чем-то новым и интересным. Все, всем всего доброго и всем пока-пока.